Кшетау, чеканным шагом сегодня прошлись девушки. Члены строевого женского отряда «Тамирис» признаются, когда идут строем, приковывают взгляды. Но чтобы вот так пройтись по плацу, нужны долгие тренировки. Там осваивают и медицинскую науку, и постигают азы военно-прикладных видов спорта и гражданской обороны. Девушки проходят тщательный отбор, своего рода конкурс, где учитывается все, от знаний до поведения. Сюда вошли 36 наших студенток. Люди дивятся нашим формам, нашим шагам, как мы ходим, как мы проходим. Для нас большая радость, большая честь выходить перед народом.